Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на своем канале. Сегодня у нас я снимаю не в саду, а вот видите, в дороге. Поехали мы. Дочка приехала с Краснодара. И вот я с подружкой, с Мариной. И поехали мы в горы, в Лаганаке. Сейчас красота, красоту смотреть. Сейчас осень, красивые краски природы. И вот сейчас вот поедем. Еще час нам ехать. Это от нас, от дома, где-то 2 часа ехать до Лаганаки. Вот. Хотим посмотреть эту всю красоту осеннюю, осенние краски. И вам показать заодно. Ой, посмотрите, как горы еще в облаках. Красотища! Мы уже подъезжаем к таким живописным местам. Сейчас немножко задержались, строили, начали дорогу строить очень красиво. Прям облака. Вот эти горы в облаках. Уже стали немножко даже уши закладывать. Сегодня голубое, прям такое вот. Денечек солнечный. Сколько садов яблочных, прям рядочками, рядочками. Так близко посаженных друг к другу. Наверное, какая-то технология у них выращивания. Пришлось нам немножко вернуться. Заправку, оказывается, Лукойловскую на реконструкцию убрали, и бензина нам не хватило, и вот сейчас возвращаемся мы назад опять возвращаемся, вот, а потом обратно. Ну это немножко, ну, 40 километров получается в общей сложности. И главное, нигде нету никаких опознавательных знаков, что там заправка закрыта. А после вот этого Лукойла до самого Лаганаки нет ни одной заправки. Ну там реконструкция ведется. И местные с канистрами бегают, продают. Уже в 2 раза дороже бензина. Еще неизвестно, какой вот этот бензин. Так что мы решили не рисковать. Вернемся сейчас и, ну, спокойно. И обратно поедем. Заправимся. Ну, опять заправились, обратно теперь едем в Лаганаки уже. Какой-то фантазии. Канатная дорога. Много развлечений. До Гузерипля 38, так что скоро уже приедем. А нам зачем Гузерипль? Нет, ну а мы вот Гузерипль вон в ту сторону, а мы сейчас вот здесь вот на свертке сворачиваем. Вот эта дорога в Лаганаки идет. Одна. Налево на Гузерипль, да, направо Лаганаки. Река белая. Пока еще до Лаганаки не доехали. Немножечко хотим сделать чуть-чуть перерывчик. Прохладненько. Ну, мы тепло оделись. Здесь вот лес какой, посмотрите, он там мох кругом. Сегодня хорошо, солнце. Вот сейчас вот здесь вот какой-то там вид красивый. Сейчас пойдем посмотрим. Посмотрите, сейчас я вам покажу, какая здесь просто красота. Здесь даже вон костерок. Люди отдыхают. Ой-ой. Да, близко мы не подходим. Ой, какая красота. Это что-то. Таня. Птички поют, тишина, вон там горы заснеженные. Сейчас вам поближе покажу. Вон в снегу все, вон какая. Просто великолепие, тишина такая, покой.
только птички поют. А воздух не передать словами, просто воздух. Сейчас вот еще вот здесь посмотрим отсюда. Ой, какая красота. Другого места. Вот, смотрите, какая. Ой. Красиво, да? Очень красиво. Поехали дальше к тому месту, куда мы изначально планировали. Смотрите, снег уже лежит. Столько снега. Прям много. На северная сторона. В зиму практически попали. По снегу, пожалуйста, в Лаганаке. Вот, в октябре уже снег лежит. У нас кругом зелень, а здесь вот снег. Снег. Да, асфальт кругом проложили. О, здесь даже искрится. Надо машину оставлять пешочком, да? Кавказский заповедник Ордон Лаганаки написано. Заехали мы за ограждение. Здесь-то в кассу. Они сейчас заплатят. Немножко еще проедем в заповедник. Туда подальше можно еще километр проехать на машине. Таня, записали как главное. Сказали при выходе. Командир нашей роты. Да. Ты ответственна за всех остальных. Ой, здесь сейчас мы проедем, потому что снимать здесь невозможно. Что, дорога. Наверное, я здесь машину оставлю. Да, и перекусить. Здесь вот есть место для отдыха. Вот такая беседочка. У нее и... бананы теперь. Да, растут. У меня теперь бананы растут. Какой снег может быть? Место отдыха, пожалуйста. Ой, снег. А, белый! Белый-белый какой! Вот, смотрите. Снег белый. Такой хороший снежочек. Прям такой. Снежки хорошо. Что, девчонки, в снежки поиграем, да? О, сейчас мы здесь сделаем такое застолье, поедим. И дальше пойдем пешочком. Ой, хорошо-то как. Так вот, пошли мы пешочком сейчас до смотровой площадки. Сейчас хорошо, не скользко. Солнце припекает. Все тает. Зачем идти? Вот самый большой в Европе горно-лесной заповедник. 282 000 гектара. Да. Ну, мы только на площадке, конечно, пойдем. 280 тысяч гектаров мы не будем обходить. Про растения. Так, вон девчонки уже ушли далеко. На улице непонятно, то ли весна,
То ли осень. На весну, похоже, все капает. Здесь уже, кстати, посмотрите, здесь уже деревья практически облетели. Вот, нету листвы. Буквально километр еще назад еще много листвы были. А сейчас было много листвы было. А сейчас вот ее уже нету. Вот стоят здесь голые деревья. Видите, как интересно. Как 12 месяцев точно. Из дома уезжали, у нас еще бананчики росли, цветочки цвели. А здесь вот уже голые деревья и зима. Смотрите, какие-то как вулканические образования. Интересно. И на них вот совершенно без земли растут вон деревья, даже березы. Сосна какая-то растет или пихта. Рябинка растет. Вон еще ягодки свои не сбросила, не склевали птички. Интересно, красиво. Ну, мы не рискнули по такой дороге ехать. Будьте пешочком пройдемся. О, красиво. Небо ясное-ясное. Чистое-чистое. Главное, практически ни одного облачка. Вот сегодня нам повезло с погодой. Как хорошо. Вон, конные здесь прогулки есть. И лошадки. Хорошо? Погуляли? Здорово. Дошли мы здесь недалеко, даже меньше километра. Просто под ноги смотреть надо, как камни. Дошли мы до первой смотровой площадки. Сейчас посмотрим, что здесь за красота. Ой, какая. Посмотрите, какая панорама. Ой, ё-моё. Какая красота. Нагорье. Так, Нагорье. Интересное название такое. Мурзикал. Даже приближать не стоит. Может, и так все прекрасно видно. Пошли на другую площадку посмотреть тоже виды. Да, вот как вот они растут там. И ведь хорошие сосны эти. Растут. А мы поливаем, да, Марин, деревья? А они здесь. Но это потому что влажный воздух здесь. И летом не жарко. Если у нас там в Геогинском плюс 35-40, то здесь от силы 20-25 летом. На одну площадочку мы пошли. Тоже здесь народа. Вон какие там карстовые воронки, да? Вот это вот, Марин, воронки карстовые. Вот. Там проваливается. Там, видать, подземелье в горах. Обмывает постепенно. Вот маршруты. Где мы, Тань? А мы где-то вот так вот, наверное, вот этот кружок сделали. Мы вот, наверное, вот так вот и вот туда вот так вернулись. Из дороги в Сочи, да, есть? Ну, пешком. Вот здесь. Ну, да. Вот можно вот. Почитайте, что здесь есть. Музей даже природы есть, дольмены. Пойдемте еще на одну площадку. Вот третья площадка. Вот так вот удобно здесь вот, пожалуйста. Беседочки. Да, это сегодня будний день, да, среди недели. Беседочки можно посидеть. Здесь вот недалеко, возле третьей площадки, туалет. Так, чтобы не искать, вот я заранее говорю, возле третьей смотровой площадки находится. Сейчас пойдем. Поднимемся, здесь такая тропиночка.
с кормушков. Аккуратненько. Пока я уже люди фоткают, фотографируются. Народу-то, правда, много. А какая красота. А там что такое строят? Дорогу, что ли? Дорогу строят какую-то. Что-то будет. Ну, говорят, очень много денег выделили на благоустройство Лагонаки. Сейчас пойду на смотровую площадку. Поднимусь. Здесь само небо стоит. Так, вот здесь вот инженерный хребет, уже другой джуга. Там девчонки дорогу строят, по-моему, да? Смотри, Марин. Что-то будет. Ты же видела, там тебя и до половины делала. Что-то такое, взрывы какие-то. Взрывы? Машина что-то и разгружает. Металл. У меня все части из пилосидобля. Какая красота. Да, везде народ. Здесь вот обозначение синяя дорога. Там есть еще какие-то красная дорога. Смотрите, какая панорама. Люди кругом, люди. Кругом люди. Ой, как хорошо. Жарко стало. Посмотрите, дорогие друзья. Вот чувствуете горы. Вон Марина даже уже курточку сняла, жарко. Красота. Вот, смотрите, что мы здесь, какой указатель нашли. Вот тропа выходного дня и через к Черному морю. Сейчас пойдем к Черному морю. Ой, хорошо. Немножко прогуляемся и пойдем назад. Инструкторская щель. Маршрут номер 3. Название, конечно. Вон дошли мы куда? По такой дороге. Вон тоже народ идет. Тропы. Ой. Там девочки такое видели. Да? Ну-ка сейчас посмотрим. Ну какой красивый. Правда пахнет. Здесь даже описание его есть. 3 метра в высоту. Это прям деревом растет. Ну, наверное, не в горах. Да. Еще пройдем немножко, да? Хотим вот туда, там воронка вроде заглянуть там. Тропа выходного дня, вот люди идут. Главное под ноги смотреть. Ой, ну красиво, конечно. Белый снег, голубое. Такое небо яркое, прям как море. И такие вот деревья, сосны разные. Ой, наслаждаемся свежим воздухом. Кто-то поиграл. Давно я не видела снеговиков. Вон какие интересненькие. Все, мы выехали с Лагонаки. Сейчас поедем дальше, еще в одно местечко красивое. Поедем, потом домой. Как раз по дороге здесь. Вот
устроили. Все, туристов ждут. Есть туристы круглый год. И зимой, и летом. Вот еще работы ведутся. Тоже что-то устроить будет. Вон сколько, ой, сколько домишек понастроили. И деревянные, и разные-разные, кирпичные. И пристроечки разные. Когда были, не было всего этого. Буквально за года два, наверное, да, это все понастроили. Ну, по-моему, тут что-то было. Вот какой участок дороги. Прям только-только, видать, сделали недавно. Ой, куриные домишки, да. В куриных лапках. Вот еще здесь. Ой. В лесу совсем неприметная, да, дорога такая. Все правильно. Все правильно. Это мы едем. Горное настроение. Мы здесь уже были. Я уже как-то давно, год назад, делала обзорчик. Сейчас мы недолго здесь будем. На смотровую площадку заедем, вам покажу. Очень красиво. Есть такой отель. Вот в такую красоту мы приехали. Там площадочка есть, сейчас мы туда придем. Как интересно, какая дамочка. Ресторан на комплекс, гостиничный комплекс «Сибирь». Прям Сибирь. Там как-то мы снимали, заходили, там кушали. Помню, холодно было, приехали, жульенчик с Таней кушали. Красиво внутри. То у меня в подборках путешествия есть там, как мы путешествовали в горы и вот заехали вот эту гостиницу. Вот идем к площадке, к этой. Красота. Одно слово — красота. И просто больше не скажешь. Такая вот площадочка над пропастью. Сейчас подойдем сюда поближе. Наверное, когда-то открывают. Ой, даже страшно. Ой. Да, жутковато. Кто боится высоты. Здесь, наверное, за определенную плату открывается. Здесь вот замочек висит. Такая вот. Ну, нам и так хорошо здесь все видно. Вот такой вид. Такая панорама. Давайте посмотрим. Здесь деревья еще зеленые-зеленые стоят. Еще мало, даже багрянца мало.
там пропасть такая. Показали, что у нас 2 часа от нас от дома, и такая красота.